Президент поздравил работников социальной защиты с профессиональным праздником. Александр Лукашенко пожелал здоровья, счастья, благополучия и успехов. Глава государства подчеркнул, эти специалисты вносят особый вклад в сохранение традиционных ценностей, неразрывной связи поколений и укрепление единства народа. Беларусь закупит 4 миллиона доз российской вакцины от COVID-19. Речь идет о «Спутник Ви». За 10 месяцев 2021-го страна выплатила за поставку лекарства свыше 42 миллионов долларов. В этом году потратят 93 миллиона долларов. Планируется, что конечный препарат будет производиться в Минске на заводе «Белмедпрепараты». В Беларуси изменились правила приема в лицее. Теперь заявления на учебу в 10 классы будут подаваться только в течение 4 дней – с 12 по 15 июня. Сюда относятся и лицеи БГУ. Раньше это можно было сделать с апреля по май. При этом вступительные испытания начнутся на следующий день после дедлайна по заявкам – с 16 числа и пройдут по 1 июля. В Беларуси построят больше арендных квартир – плюс 600 тысяч квадратных метров в год. Для выполнения этих планов предстоит скорректировать действующее законодательство. В частности, по вопросу выкупа такого жилья. За 2021 в стране возведено порядка 120 тысяч квадратов, предназначенных для аренды. Православные готовятся к одному из главных центральных праздников – Рождеству Христову. 6 января по всей стране пройдут богослужения, которые будут транслироваться по национальным телеканалам. Рождественским утром в 6:25 владыка Вениамин обратится к верующим со словом.